Множество картин запестрили на площадке Центра детского творчества. Асфальт как холст. Вместо масляных красок его разукрасили разноцветными мелками. Творческий конкурс приурочили ко Дню защиты детей и первому дню каникул. Поучаствовать в творческом конкурсе мог каждый желающий. Это как раз тот случай, когда можно не только смотреть, но и создавать. Правда, победителей в этих состязаниях нет. Главное – настроение. Это замечательное мероприятие, говорящее о том, что у нас сегодня мирное небо, счастливые дети. И сегодняшний праздник напоминает взрослым о том, что и у детей есть право на счастливую жизнь, на любовь, на творчество. Наши педагоги каждый день дарят свои улыбки и тепло детям. И сегодняшний праздник не говорит о том, что мы должны один день в году посвящать нашим детям. Каждый день мы должны о них заботиться. А в Центре творчества детей и молодежи педагоги каждый день дарят свое тепло, любовь и улыбки нашим замечательным учащимся.